Он выглядит как доисторический монстр и использует муравейник в качестве столовой, станции техобслуживания и мойки одновременно. Панголин своими крепкими щитками на теле напоминает ящера, но при этом является млекопитающим. Панголин настолько ленив, что для того, чтобы поесть, он просто опускает свой длинный язык в муравейник и ждет, когда муравьи сами налипнут на очень притягательную для них слюну. Также муравьи используются панголином как своеобразные чистильщики поверхности тела под пластинами, с которой они удаляют паразитов. Количество пластин у панголина не меняется на протяжении жизни, и на месте утерянной всегда вырастает новое. При испуге панголин сворачивается в клубок и сжимает пластины силой, способной отрезать человеку палец. Не тычьте пальцем в панголина.